«Золотым воротам» сейчас введена временная администрация в этом банке. Как мы знаем, в этом банке находится очень большое количество денег коммунальных предприятий. Что будет с этими деньгами и что будет с зарплатой сотрудников коммунальных предприятий? Все будет в рамках действующего законодательства и в рамках тех обязательств, которые брал на себя в том числе и банк. Значит, все ваши доводы, которые вы сейчас задаете, знаете, такая белая и пушистая, а потом мы читаем разную такую интерпретацию вашей деятельности АТН. Я могу одно единственное сказать: прекращайте пугать людей. Сколько денег находится на счетах коммунальных предприятий, на счетах «Золотых ворот»? Я не бухгалтер. Я Харьковский городской глава. Вам неизвестна эта цифра? Вы имеете полное право и возможность обратиться к директору коммунального предприятия, в том числе и к бухгалтеру коммунального предприятия. Какие еще ко мне вопросы? Пожалуйста, «Комсомольская правда» дальше. А можно я вам задам следующий вопрос? Когда у меня будет пресс-конференция, задайте. Вот видите, какая вы. Вы думаете, что вы мне ответили моим же способом. А я хотел у вас спросить, вы ходили на выходных, к примеру, куда-то загорать? Вы хотите присоединиться? Микрофон. Да не, я просто хотел у вас спросить, вы ходили куда-то загорать или нет? Я думал, может, там рядом с вами Буратино был. Деревянный такой. Что-то в землю закапывал, что все время про деньги, про деньги, да про деньги. Я беру пример с вас, Геннадий Адольфович. Это уже минус ноль. С меня не надо брать пример. Знаете почему? Мы с вами разного пола.